Всем добрый день, друзья. Мы уже проснулись, уже позавтракали. Вот, я уже накрасилась. Сейчас свой кофе допью и пойду сушить волосы. Нам еще чуть-чуть осталось. И пойдем красотой заниматься, да, Зай? А почему ты молчишь? Всем доброго дня. А, все, она тут рисует, забывается. Что рисуешь? Ничего, я в доктора играю. А, ты в доктора играешь? Да. Ясно. У нас сегодня погода пасмурная. Дождь не обещается. Вот. Дождь не обещается. И на улице, по-моему, плюсовая погода должна быть, но не минусовая. Еще не смотрела. Вот такие вот дела. Это у нас было задание в Олимпиаде. А, там цифры. Вот. Я называла Софии цифры, а она закрашивала квадратики. И у нее получилась буква какая? Д? Да. А, да, вот буква Д получилась. Вот мы с ней делали Олимпиаду. Покажи. Да, вот я ей называла цифры. Нарисовала ей квадрат. Вот, написала цифры. И она вот... Я двухзначной, трехзначной цифрой называла, она искала и закрашивала. И у нее получилась буковка Д. Вот такие вот дела. Так, друзья, ладно, я буду быстренько допивать кофе. Надо сушить волосы и собираться. Опаздывать нельзя. Ну-ка, покажи ручку, Зай. Так, мы пришли на маникюр. Мне уже сделали. Шикарно, мне очень понравилось. Теперь у меня мастер дома. Да, не дома, а даже на этом. На одном этаже. Как хорошо. Шляпки одела и дошла. Круто. Тебе нравится, дочь? Да. Да, потом покажем, как с лаком будет. Батюшки. Ну как тебе, Соф? Первый визит к мастеру ногтевого сервиса. Тебе понравилось? А то я Софии постоянно постригаю и сразу тоже пилю, чтобы форма была. Как она порой плачет. Она мне еще их грызет ногти. И так порой сгрызает, что невозможно пропилить. Ай, прям так молча сидит. Классно? Через сколько вытаскивать? Ну, сейчас она потухнет и вытащишь. Так, друзья, ну все, мы дома. О, сделали мы себе, значит, ногти, миникюрчик. Пойдем на свет, Зай. У Софи такой цвет красивый. Вот, видите, и подпилили. Аккуратненько. Правда, она у нас рисовала фломастерами. Ничего, она сотрет, и все будет красиво. Вот это вот. Что там? Отпало. Ну, это вот... А, как его? Это лак такой. Так, а вот мои. Я их сделала такие поднатуральные. Мне очень понравилось. Аккуратненько все. Вот. К Новому году потихонечку готовимся, да? Да. Все, мы сейчас пойдем в управляющую компанию за подарочком. Так, друзья, мы дома. А после ногтей миникюра сходили с Софией. Управляющую компанию ей выдали подарок. Так. Дай. Так. Ну, там конфетки. Это твоя резинка, что ли? Да. Твоя резинка. Ну, тут обычные конфеты. Давай высыпи, посмотрим, что за конфеты. Так. Все, давай, складывай. Все, показала, какие конфетки. Все, складывай. И вот такая вот игрушка. Просто быстрей. Символ года, бычок. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается. Вообще-то не упаду. Так, все. Так, вот такой подарочек. И вот сок хоть есть, сок.
Ага, давай, ложи. Так, убирай. Так, дальше. А это что такое? Это оттуда? Ты взяла, да, опять? Понятно. А Табрис? Так, друзья, мы сходили в Табрис. У меня закончился так, чай. Взяла вот такой вот чай, посмотрите. Так. Крымский чай. Да что-то фокус не ловит. Гречишные медовые гранулы, мята, цветы липы, лепестки календулы. Вот такой чай взяла. Потом я взяла вот такой чай. Сейчас вам покажу. Вот такой синий взяла чай. Так, значит, давайте прочитаем. В синем тайском чае содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Регулярное употребление чая помогает улучшить память. Применяется в лечении болезни Альцгеймера при сахарном диабете, катаракте и глаукоме. Чай чистит сосуды, положительно влияет на остроту зрения, улучшает состояние глаз. Так, Таиланд. Производство. Последний завтрак. Краснодарский край. Вот такой вот взяла еще один чай. Так, ну, так как Паша в командировке, он вообще любитель таких чаев попить. Интересных. Так, дальше взяла вот такую вот адыгейскую соль. Универсальная соль, приправа адыгейская острая. Так, взяла масло. Да что ж такое? Так, масло взяла. Так, подсолнечное, да, это масло? Да, масло подсолнечное. Вот, и взяла масло. Так, Краснодарск, так, это какой? Смесь масел растительных, не рефинированных. Так, сейчас скажу, каких масел. Так, смотрим состав. Смесь масел растительных, не рефинированных. Состав масло подсолнечное. Так, масло кукурузное, масло льняное. Вот такое еще взяла. Вот наши покупочки в Табрисе. Масло там всегда беру, масло мне нравится. Вот. И взяли, минуточку. Так, и взяли вот такой вот красный бархат торт. Вот, видите, он упал. Мы всегда его вот берем. Красный бархат. Решили взять кусочек нам Софии попить чайку. Вот такие вот делишки. Так, а мы сейчас будем кушать. Проголодались ужасно. Да, пудра. Ну все, друзья, мы покушали. У нас картошечка с мяском, с курочкой еще осталась. Мы поели чуть-чуть и сидим, пьем чай с тортиком. Кто-то чай, кто-то водичка. Я кофе вообще. Вот такой тортик. Он вообще обалденный. Красный бархат и крем-чиз. Прям нежный-нежный, да. Прям вообще. Даже те, которые в Патрик и Мари покупали, вообще не то. Вообще. Этот просто вот нежнятина. А если он еще в тепле постоит чуть-чуть, он будет такой мягкий-мягкий-мягкий. И будет такой вкусный. Вообще обалденно. Да. Вот такие вот дела. Сейчас попью. Я прям красный бархат обожаю. Да, мне тоже очень сильно понравился. Вкусный. Так, что будем делать? Сейчас, наверное, будем отдыхать, да? Знаешь? Знаю. Ой, друзья, у нас на дворе уже время 12. Я так устала. Ужас. А София сказала, иди посмотри вещи в шкафу у себя на полке. Если какие-то грязные есть, постирать. Она пошла. Начала убирать на своей полке. Все перевернула. Ну, я в том плане, что ты все перевернула, все проверяла. Аккуратненько на своей полочке все сделала. Вот. Я после ее уборки начала убираться на своей полке. На Пашино чисто. Ну, мне там то футболка валяет. Ну, не аккуратненько положила быстро. Вот, тоже все сложила. Потом давай убираться в шкафу, который в прихожей.
там все перебирать. Боже мой, как я устала. Я не могу, я спать хочу. А завтра у нас с Софией планы утром проснуться и уборкой заниматься. Квартиру перед Новым годом вымыть, чтоб чистенькая была. Постираю завтра бельишко. Сегодня все вещи перестирала. Они как раз за ночь высохнут. Вот, и постираю бельишко. Да. Угу. Ой, не могу, как я устала. Ничего так, в принципе, не сильно-то и напрягалась. Ну, что, на свою полке убралась там. Другой шкаф это убрала. Но все равно, вы не представляете. Два пакета целых, полных, огромных. Это... мусора, да, у Софии там половина, она там вещей повыкидывала, где там трявые уже лежат у нее, она их все берегла, от сердца отрывала. Мам, зачем? Зачем эти штаны? Дырку можно зашить. Ты что делаешь? Жарко. Вот. Я говорю, не надо. Я говорю, в старом году все, что не нужное, старое, порванное, не зашиваем, все выкидываем. В новом году придет все новое. Поняла? Так что такие дела. Короче, порядочек навели. Завтра до конца. Завтра до конца уберемся. И хорошо, я уже шторы постирала. У меня шторы чистенькие. Вот, окна чистые. Вот такие. А, Со, выключи свет, я покажу нашим зрителям, как горит наша елка. Я от нашей управляющей компании... Вообще, мне так смешно, вот честно. Вот я не могу. Ну что, нельзя побольше повесить фонариков? Вот, вы посмотрите. Ну, что это такое, а? Такой двор красивый. Елка какая-то вся кривая, некрасиво украшена. Эти гирлянды по... Ой, ну вообще, у меня нет слов. Хорошо, что хоть загорело. Уже вторые сутки, или третья она у нас горит. А то до этого же не горело. Ой, давай закрывай, холодно. Ну вот. Чет, кстати, сегодня работники с управляющей компанией делали фонарики. Я думала, побольше будет. Такие, как бы, побольше. Ну, такие интересные прям фонарики. Не просто вот эти мигалки. И чуть посмотрела в окошко, как все было, так и осталось. Отвратительно. Ужас. Не знаю, куда они смотрят. Как бы все равно охота, чтобы было уютно, красиво. Да, двор аккуратненький. Они даже сами двор убирают. Подметают от листвы, чтобы чистенько все было. Мусора, чтобы не было. Мусорки всегда у нас пустые. Ну вот. И елка, не знаю вообще. Что-то прям мне очень не понравилась елка. Как ее украсили, тоже не понравилось. Мишуру как накидали, блин, как попало. Эти фонарики повесили тоже как попало. Короче. Лишь бы сделать. Да, лишь бы сделать. Вот. Ну, короче, друзья, вот такие дела. О, простите, я зеваю, если честно, я очень сильно хочу спать. Потому что завтра надо пораньше вставать, завтра по будильнику встану, надо пораньше начать убраться, чтобы это, ну, не до вечера убираться, чтобы спокойно искупаться, отдохнуть, лечь. Вот. Вот такие. Софушка, ну давай будем нашим зрителям желать спокойной, доброй ночи. Это ко мне. Да, тебе? Давай. Твой выход. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. И оставляйте свои комментарии. И не забывайте поделиться. Всем пока-пока. Спокойной ночи. До завтра. Да, друзья, всем спокойной ночи. Приятных снов. До завтра. А ты мое солнышко.